Так, продолжаем видео делать, извините за маленькие удобства, что так сделалась пауза маленькая. Продолжаем. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Меня еще шпионом каким-то, а я не шпион. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Здесь свиньей так называют. Сныки вдарили ни за что просто. Это кровь у меня пошла. Точно! Ладно, краснопузый. Моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Это матрица, таких себе расфигать это. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. О, водичку похлебать дойдут, если не бухлос. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. О, сначала Хантера в самой первой главе его показывали. Не зря значок так, нам дал. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же опа. С нашим заданием? Ущак. Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Надеемся, что Хантер жив еще. Вот и узнаем. Идем. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. О, быстро ну, научился. Удачи вам. Поднимаемся, карабкаемся. Цельчик, советский пулемет, вообще зашибись. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Как всегда, обычно не понимают, а не приходится стрелять. Драйв. Как немцы. Алло. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, герр-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Ой!
Погнали! Пристрелочка. Ой. Это переборщил я. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Больше 3 часа крутится. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Воин я! Воин дороги! Рисовал! Сохранение наконец-то мы прорвались. Господи! Да это же танк! Да они откуда танк взяли, пацаны? Рвемся вперед. Дороги войны.
Вот он! Огонь! Я его прикрываю! Жесть! Третья челленджина была прорваться. Мы справились. Все себя на ЦСО побеждают. И мы победим. Здесь это не получается. Двигаться вперед. Бегу-бегу, я в дороге кровь. Вообще шикарно, сколько мы отрыли. Вот, заработай. Вроде же заработал, молодец, взял дальше. И этот план наши кости уже благодарили бы туннельные крысы, если бы нам просто не повезло в плане Ульмана. Было всего два оставляющих безумие и внезапно. Фашисты не ожидали, что мы захватим их же собственно резину. Не ждали удара с тыла в спину. Ну ничего, временная облога. Родных поединков прошли давным-давно. Если нужно ударить в спину, чтобы выжить, мы в метро бьем в спину. Главное, чтобы твоя собственная спина всегда была надежно прикрыта. Так, дальше идем. О, тачка нас заждалась.
После нашего боя с фашистскими дрезинами, дальше нам казалось, что впереди... Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Черная станция, это название не радует. Осторожно, пригнись! Дьявол, понастроили всякой хрени. Гляди в оба, иначе башку снесет. Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будет начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тот случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Да. Свет, там кто-то есть. Сними его, Артём! Закрывай ворота! Начинается. Надо скорее. Себе. Слава богу, у них дрезины не было, а то бы они достали нас в туннеле. Господи, да это же депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Больше на резервировке, я там понимаю. Идем дальше.
Apple заметка 1. Жуткие смерти моих попутчиков гибнут один за другим, и я ничего не могу сделать, чтобы выручить их. Мне нечего сказаться, что они жертвуют собой, чтобы я мог идти дальше, но стою или таких жертв сам, я был бы готов умереть, чтобы выполнить задание Сантера. Не имею ли я права забирать чужие жизни, кто мне дал это право, Сантер? Господи Бог, или я сам его присвоил? Не знаю. Дальше. После смерти Павла я опять остался один. Там ждал Ульма. Запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Ладно, будем лежать по подземелью. Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Чувствуешь? Это еще что за хрень? Спокойно, без паники. Готовимся. Ветер. Больше магии на место приходит.
Что за фигня? Объем! Все в порядке? У нас потери! Пацаны, держитесь. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Смерти. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. И бабка так. Павлицкая заметка 1. На этой станции я почувствовался как дома. Как на родной ВДНХ. Эти люди, как и мы, до всех сил цепляются за свою станцию, за свой простой быт, за свой пропущенный подземный жизнь, за тусклое свое будущее, будто бы оно будет им спасение. Нет, все, что они могут добиваться, и все, что они могут добиваться, и мы короткая подсрочка перед тем, как нас всех окончательно проглотит тьма, и все же они не спускают рук, и мы тоже пора идти. Время все пришло, все меньше. Так.
Всем спасибо за просмотр этого видео. Лайки прошу, комменты. Комменты разные, ждите нового выпуска.